утро на Елисее. Наверное, день рождения. Не знаю, подарки дарят. Новый год. Семейный праздник. Вы знаете, я инертно отношусь к праздникам. Это как? Это неравнодушно, а как бы сказать вам, спокойно. Спокойно проживаю, спокойно готовлюсь. День рождения сына. Потому что это мое родное. Как мы проводим свой день рождения? Весело. Новый год. Не знаю, сложно. Наверное, все веселье у всех, поэтому передается, приумножается мое настроение. Сегодня у нас очень классный праздник с дочкой. У нее закончился хор. Они целый месяц занимались летом репетициями, готовились к гастролям. Сегодня у нас фактически начало лета, каникул. Вот сейчас купим мороженое. Знаете, какой самый любимый? Вы? Хороший, наоборот, все любите? Да. Я не знаю, может, день рождения, Новый год, что-нибудь еще. День рождения жены, наверное. А почему? Почему? Потому что праздновали. Самый любимый праздник, скорее всего, это 9 мая. Потому что это День Победы. Не знаю, как для кого, лично для меня, для моей семьи. Это праздник Победы. У меня дед ветеран прошел всю войну, царство ему небесное. И все другие, кто отдал свою жизнь ради нашего, ради мира на земле сегодня.